Всем привет! Меня зовут Кирилл. Вы на канале Автоостров. Здесь мы рассказываем об устройстве и запчастях автомобиля простым языком. Сегодня поговорим на очень важную тему, а точнее о безопасности движения. И расскажу вам 5 важных фактов, которые, возможно, спасут вам жизнь. Итак, первый факт. Длина тормозного пути зависит не просто от скорости, а от скорости в квадрате. Итак, рассмотрим 2 случая. В первом случае, допустим, мы начинаем тормозить при скорости 50 км в час, и длина тормозного пути составляет 10 метров. Во втором случае, скорость торможения будет увеличена в 2 раза и будет составлять 100 км в час. И в этом случае длина тормозного пути, как многие думают, будет не 20 метров, а целых 40 метров. Поскольку тормозной путь увеличился в 2 в квадрате. Второй факт, очень похожий на первый, заключается в том, что нагрузка на тормозную систему, а в частности на тормозные диски и тормозные колодки, также зависит не просто от скорости, а от скорости в квадрате. Предположим, что мы тормозим при скорости 50 км в час и диски нагрелись до 50 градусов Цельсия. Тогда в случае, когда скорость будет 100 км в час, диски нагреются в 4 раза больше, а именно до 200 градусов Цельсия. Таким образом, при возрастании скорости торможения резко увеличивается нагрузка на тормозную систему, что может привести к ее отказу. Слушай, каждый день тормоза у тебя могут работать нормально, но при экстренном торможении с большой скорости ты полетишь в кювет, они могут отказать просто. Таким образом, если позволяет дорожная ситуация, оттормаживайтесь несколько этапов для того, чтобы тормоза успели остыть и не было перегрузки тормозной системы. Это вам увеличит и срок эксплуатации колодок, и также будет безопасно для вашего движения. Кстати, подобрать оптимальные колодки и тормозные диски вам помогут наши специалисты. Заходите на сайт автоостров.бай, ссылочка будет в описании. Третий факт. Скорость удара или же столкновения зависит не просто от скорости, а от квадрата скорости. А вы знаете, что есть европейская программа оценки новых автомобилей по безопасности? Они проводят так называемые краш-тесты. Кстати, я слышал, что в России сейчас также проводят собственную сертификацию по краш-тестам. Нет-нет, это будет не совсем так. На самом деле все тесты должны подчиняться европейской системе безопасности. К примеру, фронтальный краш-тест производится при скорости 64 км в час. Если автомобиль набрал высокий рейтинг в этом тесте, то это гарантирует вам безопасность при этом ударе. Ну, конечно, если вы пристегнули ремни безопасности и у вас работают подушки безопасности. Но это не точно. Так вот, факт заключается в том, что если скорость этого теста увеличить в 2 раза, и она будет составлять примерно 130 км в час, то сила удара возрастет в целых 4 раза, и у вас не будет никаких шансов. Четвертый факт. Центробежная сила, то есть сила, которая пытается выбросить автомобиль из поворота, также зависит от квадрата скорости. Поэтому, чем быстрее вы входите в поворот, тем круче нарастает эта сила, которая пытается вас выбросить из этого поворота. По сути, получается, что все 4 факта зависят от квадрата скорости. Таким образом, при возрастании скорости ваши проблемы возрастают в квадрате. Условно это можно изобразить следующим образом. Допустим, вот эта скорость, а это ваши проблемы, которые возрастают резко по параболе. То есть они возрастают не линейно, как многим кажется, а очень резко. Поэтому физику не обманешь. Чем быстрее вы едете, тем больше проблем сваливается на вашу голову. Поэтому соблюдайте скоростной режим и будьте внимательны на дороге. И, наконец, 5-й факт. Парадокс в том, что легче врезаться в стоящую стену, чем на встречке в движущийся грузовик. Хотя оба варианта фиговые, конечно. Лучше вообще не врезаться. Вкратце это можно объяснить так. Когда вы врезаетесь в стену, то вы просто резко останавливаетесь. Когда же вы врезаетесь в движущийся грузовик, то вы останавливаетесь и начинаете двигаться в обратную сторону. В этом случае сила удара намного больше. Она также зависит от массы грузовика и его скорости. Условно можно сказать, что во втором случае скорости как бы складываются. Для тех, кто не согласен с моим заключением, в комментариях я оставлю выводы и формулы с точки зрения сохранения энергии и с точки зрения сохранения импульса. Итак, подытожим. Главный посыл этого ролика заключается в том, что все проблемы резко возрастают с увеличением скорости. И большинство проблем возрастают в квадратичной зависимости. Поэтому соблюдайте скоростной режим и будьте внимательны на дорогах.
Меня зовут Кирилл, обязательно ставьте лайки. Если вы с чем-то не согласны, оставляйте ваши комментарии, будем выяснять истину вместе. Подписывайтесь на наш канал и всего вам доброго. До новых встреч!